Так, у нас осталось три поросята, девочка со спичками и Рапунцель. Рапунцель, похоже, ближе всего. Еще я какие-то спички нашел. Ой, не спички, пробки. Зуб. Ну, что-то еще, кстати, пробки, а почитать зуб можно? Зуб, это, возможно, от бабушки остался. А зачем они как квестовые предметы? Ну так, вот все в желудке просто было. Просто так. Предмет необходимый для задания. Обычный предмет. Искусственный зуб. Да видно будет, может быть, пригодится. Сложно сказать. Да я думаю, может, подпишут. Ты любила Анну Генриетту? Ты шутишь? Я ее обожала. Моя младшенькая сестричка. Такая миленькая, такая сладенькая. Но когда меня выгоняли из дворца, она даже не выглянула из окна. Может, она не знала? Может, не могла? И не могла дать мне помилование, когда стала княгиней? Я тебя умоляю. Узнаешь? Это из сказки о Вызимском драконе, которого хитростью победил ловкий сапожник. Разумеется. То и дело, какой-нибудь глупый солдафон пытается ему подражать. А мне потом убираться. Внутри наполовину переваренная овца, набитая серой и смолой. Разумеется. Но бобов нет. Тебе не противно вот так копаться в гниющих останках? По сравнению с риггером из Вызимской канализации, это... неважно. Не хочу опять возвращаться к этой истории. Пойдем к поросятам. По-моему, они даже по пути. Так. Туда. Так круто. Закрыто. Это домики поросят. Помнишь, да? Никакой на свете зверь не ворвется в эту дверь. Похоже, волк уже сдул домики из соломы и из прутьев. Остался только каменный. Надо туда заглянуть. Помнишь, что говорил Оська? Один боб лежит в открытом поле и охраняет его три раза никто. Может, это здесь? Ха, да, кстати. Что, сдуть надо? Я, конечно, могу. Наверное. Как думал. Ну, нифига себе! Нифига себе, поросята! Вандал не доделал. Вот Халин. Им, похоже, не понравилось. Ну, логично, вообще-то. Ну, да. Как они там уместились-то все? Такие боровы. А как они строили? У них же копытца. Не знаю. Thank you.
магическая пыль. Баба, нет. Здесь внутри надо смотреть. А вот, синий боб. Злой ведьмак подул, что было сил, и, пожалуйста, вот вам боб. Невероятно. Что невероятно? У тебя есть чувство юмора? Нет. Это так странно? Ну, понимаешь... Ты пришел, такой надутый, бормочешь что-то не в попад, вечно недоволен. А тут, надо же, шутка. И вполне удачно. Ну ладно, мы тут все ля-ля, а работа ждет. Будем искать дальше. Это вы ля-ля, мы работаем. Мы тут постоянно шутим, а она только оценила. Ну как? Нравится тебе здесь? Нет, я вообще не люблю магию. Иллюзии, порталы и все такое. Обманчиво все это. Рыцарь старой закалки, да? Это здорово. Ну что, Крапунцель получается, наверное, теперь. Пойду по дорожке. Ой, это что? Эй, поберегись! Дюймовочка. Это стога сена. Нет, я понял. Эй, поберегись! Да я в том плане, что соответственно их размеру. Ага. Мелкоте вот это. Закрыто. Ну ладно. Берегись, гномы! Да надоели. Ты главная обязанность. Как мне к Рапунцель попасть? Это башня Рапунцель? А, вот. Похоже на то. Она еще выше, чем мне запомнилась. Погоди, погоди. Ты помнишь, что Оська говорил про третий боб? Он у лысого батрака глубоко под землей. Да, это должно быть здесь. Пойдем. Мы всегда поднимались наверх по косам, но я их нигде не вижу. Странно. Найдем другой вход. Так, стоп. Тогда, может, с девочкой со спичками поговорить сначала? О, гляди, Нильфгаардский император. Король вышел похвалиться своим новым платьем. Голый король. У меня ослепительно, правда? Мое новое платье просто ослепительно. Я сейчас даже, наверное, конкретненько так сохранюсь. Не хочу пропустить просто сказочку никакую. Но вообще сюда мы по пути должны были бы зайти, мне кажется. Сигаретку, табачку, дозочку фиштаха. Ага. Напомни, из какой-то сказки? Раньше я продавала спички, но дело у меня не ладилось, так что мне пришлось расширить ассортимент. А вам чего надо, дорогие? Волшебные бобы есть у тебя? Если только это не название какой-нибудь дури, то, пожалуй, нет. А может, ты хочешь... Эй! Откуда у тебя эта лента? Она моя. Да? А почему она лежала в кустах? Кто нашел, того и будет, рыбка моя. Не объяснишь, что это за ленточка? Отчего шум? А что объяснять? Я получила ее в подарок от Арториуса Вига, когда была маленькой. Я никогда с ней не расставалась. Она должна была беречь меня от зла. Не уберегла, сам видишь. И все-таки она для тебя важна. Как бы это сказать, не слишком у меня много памятных вещей из детства. А ленточка напоминает мне старые добрые времена, когда я была кем-то другим. Дорогие мои, шли бы вы со своими воспоминаниями куда еще, м? Вы мне клиентов распугиваете. Много клиентов так? Может, все-таки отдашься они ленточку? Даром я даю только первую дозу,
чтоб потом возвращались. А за все остальное придется платить. Даже если попросить по-хорошему? Если по-хорошему попросишь, можем на нее сыграть в карты. Ха. У тебя, кстати, магическое золото есть. Да. Но в карты интересно, конечно. А что у нее на продаже есть? Вот я тоже. Что там у тебя есть на продажу? Так я же говорю, табак, фиштых, всякое есть. Вы сами посмотрите. Золотой шар, золотая нить. Фиштых, пыль, осколки магического зеркала. Столовые приборы, дорогие игрушки, печенье. Яблоки всякие, отравленные грибочки. О, бутылочные пробки. Искусственные зубы, штопоры. Угу. Пряничные человечки. Еда. Она. Ну, давай сыграем. Хорошо, давай сыграем. Проиграешь, отдаешь ленточку. Ладно, только не надейся. В гвинт мне равных нет. А кем она играет? Не знаю, сейчас увидим. Это Эли. Так. О, отлично. Кого бы еще скинуть? Может быть, Рубайлу? Эльф. Клево. А, пасанул, да? Все, так быстро. Даже как-то неинтересно. Если я грохну Стениса и заберу этого Тригалки... Хотя я могу его не забирать, а оставить в отбой и потом резнуть. А потом, если нужно, будет еще раз забрать и сходить. Ну, по-моему, план. Пробуй. А, нет, я его не грохну. У него не хватает очков. Ну ладно, значит. Ё-моё. Ну, не то, что прям совсем уж ё-моё, но... Обидно. Чё, казнь есть? А, бью Геральтом. Казнь. Хотя можно было бы на его карты слить казнь. Ну, в принципе, можно слить сейчас. Пока ее колода не выглядит очень уж сильной. Мне делать нечего.
В плане? В плане, я не знаю. У меня карты все такие, как бы. Ну, можно вот так. А, ну все. Мы выиграли. Быстро. Вот дерьмо. Ну что сказано? Ленточка твоя. А теперь валите отсюда. Сиана, такое ощущение, как будто даже как-то начинает симпатизировать нам. Не пойму пока. Ну ладно. Говори. Что? Что хочешь взамен? Ты же сделал это не по доброте душевной, правда? Ничего я не хочу взамен. Я... Спасибо. А почему мы ушли оттуда? Ну, видимо, там больше нечего делать. Ну, там доска объявлений была. Да? Да. Давай вернемся. Ну да, единороги тут остались. Кто? А, эти-то. Лапы прочь от моей кровати. Остроумца, который постоянно сует свой нос под мой матрас, предупреждаю в последний раз. Если поймаю, велю тебя бить батагами, прижигать раскаленным железом, наделать из кожи ремней, под конец разорвать лошадьми. Принцесса Сашенька. Горошину пихали под перины. Да, наверное. Разыскивается информатор. Из одного из моих яиц проклюнулась какая-то мерзость. Подозреваю, что утка загуляла с одним из шести лебедей. Хотя она все отрицает. За доказательство, подтверждающее ее вину, хорошо заплачу, гарантирую полную анонимность. Селезень. Гадкий утенок. Чья это туфелька? Вчера на балу я танцевал с барышней со светлыми волосами, собранными в кок, и с голубыми глазами. Когда пробила полночь, она убежала, потеряв хрустальную туфельку. Каждая барышня страны тысячи сказок должна явиться ко мне на примерку туфельки с целью установления идентичности с упомянутой особой. А в дальнейшей перспективе бракосочетания неявка будет караться поркой. Принц Губерт. Пригрею нежеланных детей, лучше всего таких, что в теле. Хотя худенькие тоже пойдут, ведьма. Свежий товар. Махорка, фиштех... Табак, алкоголь, от абсента до ржаной включительно. Добро пожаловать, девочка с товаром, ранее девочка со спичками. О, заказ. Взволнованный гусь. Жители страны сказок. Кто-то покушается на мою жизнь. С тех пор, как я переселилась сюда из замка в облаках, я чувствую, что за мной следят. Помогите, пока еще не поздно. Гусыня Бальбина, известная как гусыня, несущая золотые яйца. Знаю, что Оська говорит, что это он... Но это не он. Вот это вот след. Минимум. Нам след. Же нужно замок. Заказ от гусей. Это что-то новенькое. На облаках. Ты правда будешь этим заниматься? А что бы нет? Настоящий ведьмак не бросит в беде домашнюю птицу. Кот в сапогах там справа ходит. Видел? Повернись направо. Шляпа, а, видишь? Ну да, да. Кот в сапогах. Как? Казав, что она какая-то. А, да. Семеро козлят, которые там? Да, возможно. Кто-то из них? Лутва. Ты где? Посвисти. Да я же посвистел. Заплутал. Разработчики, конечно, столько времени всему этому уделили, мне кажется. Круто. О, нам вот сюда. Дома ее нет. О. Из
Рос, ломано. Здесь была драка. Ничего себе. Перо сломано. Здесь была драка. Перо сломано. Да. Здесь была драка. Я понял, это одинаковое. Перья. Гусыни должны быть сильно белы крыльями. У меня прекраснейшее платье из всех, какие видел свет. Берегись, гномы! Ох, что гномы. Ага, мелкие, много и противные. Эй, посмотри, там за деревьями. Какой-то лагерь или что? Где? Там дальше? А вы кто такие-то? Бандиты. А что за бандиты здесь? Ну, видимо, решили озолотиться. А, ну это, ну это логично, но откуда бандиты-то? Ну, а почему? Или бандиты? Они там... в сказках бандитов не бывает, что... О, Румцис, который... А, говорили про него. Зачем ее в клетке держать? Пускай откладывает яйца на вольном выпасе. Ну, ничего. Где ключ? Есть. Вот он. Выходи. Хорошо, что ты повесил объявление, иначе я бы тебя никогда не нашел. На тебе. Держи. Эй, смотри, она снесла тебе золотое яичко. Вот бы все заказчики были такими щедрыми. Правда, я бы предпочел волшебный боб, но не буду жаловаться. Прикольно. Бунг так. Ты и правда приехал сюда с севера, чтобы... Работа такая. Не верится. Должно было быть что-то еще. В общем, когда-то я провел в Баклере несколько беззаботных месяцев. Может, поэтому меня сюда тянуло? Ну да. Увидишь Тусент один раз, всегда будешь мечтать вернуться. Четырехлистный клевер? Ой, плотва даже в сказочных мирах не меняется. Ладно, я думаю, все она нас догонит. Да боже мой. Не минуты покоя, а то тебя гномы. Они такие противные еще. Вроде толпой-толпой, а потом разбегаются, и вертушка им не наносит урон. Возможно, есть смысл вместо закрепления повесить туда тоже на вихрь. Увеличение радиуса. Ну, теперь уже поздно, правда. Когда мы еще вернемся? Посмотрим. Конечно. Вперед, плотва! Что-то я хотел посмотреть. А, я хотел посмотреть на золотое яичко. Что это такое-то? Да просто вендору, наверное. Скорее всего. Продать. Сколько стоит? Единичку, в смысле? Ну, оно же сказочное. Ну, так мне интересно. Пошла! Здесь можно подтянуться, потом перепрыгнуть. Раз уж ты так говоришь, я подожду внизу. Лазить по камням я не мастер. Ты где там застряла?
Где-то там не мастер сидит. Неважно, я думаю. Так, кто-то у нас тут лежит. Слушай, а на край радуги можно попасть? Очень может быть. Ну ладно. Наверное, можно вон туда сходить. Тело принца. Он пытался освободить Рапунцель, но свернул шею. Да ладно. Сейчас бы тоже не свернуть себе шею. Туда прям дорога идет к радуге. Угу. Я думаю, надо сходить будет. А может быть, мы туда и пойдем как-то? Не знаю. Башня такая уже. Непонятно, на чем держится. Ну, как-то да. Тихо. Аккуратно. Что? Ты там прям по краю шел так. Я же уверенно иду. Нам как бы намекают. Вот смотрите, там еще и радуга есть. Угу. А вы туда не сходили. Не дождалась. Это рыцари, которые пытались ее освободиться. Или охрана, которую я охраняла. Так, а как ты восстановилась? Осторожно. А, так она регенится. А как мне прервать этот процесс? Ударить ее, наверное, нужно. А, она с них регенится. Пока они живы, она регенится. Угу. Как можно быстрее их выносить надо просто, да? Все. Заскучала, не дождалась, отчаялась. Угу. Вот и желтый боб. Не зря залезал. Глубоко под землей говорит. Там скоростной спуск на балкончик. Будем надеяться. Наверное, тут можно спрыгнуть в воду. Ассасин. Сохранился? О-о-о! Офигеть. Так, верните меня. Там что-то лежало. Эй, как? Боб у меня, но вот Рапунцель... Да. Ей надоело ждать принца на белом коне. Ты удивлен? Нынешние парни... Модники страдать. И поэтому ты выбрала себе вампира. Детлов, он был орудием, не более. Жаль, что он об этом не знал. Никому нельзя доверять. Я этому давно научилась. Теперь его очередь. Жестоко. Ты с самого начала хотела его использовать? Нет. Сначала он просто меня заинтриговал. Знаешь эту историю? Это было несколько лет назад, в Метинне. Я должна была скинуть добычу у знакомого барыги. Когда мы торговались, вошел Детлов. Он хотел продать серебряный подсвечник.
держал его через сукно. Это меня заинтересовало. Я вышла за ним, выследила его, но он быстро сообразил, что и как. Ну да, нечеловеческое чутье. Он свернул в тупик, а когда я вошла туда за ним, выскочил из-за угла и показал зубы. Хотел меня напугать. Но это не произвело на меня впечатления. В конце концов, я же сама чудовище, не так? Высший вампир не поразил тебя? Не знаю, восхищаться твоей отвагой или сочувствовать глупости? Я всегда умела найти к таким подход. Грозным с виду, Тихонин. Это и меня касается? Ох, Геральт, не хочу тебя огорчать, но мир не крутится вокруг тебя. Впрочем, да, пожалуй, ты чем-то похож на него. Скрываешь эмоции, старательно изображаешь безразличие. Знаешь, когда я встретила Детлофа, я как-то почувствовала, что на самом деле он не хочет мне зла, что он пытается меня прогнать, потому что сам боится. Понимаешь? Ну, допустим. И что было дальше? Мы начали разговаривать. Встретились раз, другой, третий. Но он на меня и запал. Сначала меня это даже забавляло. Но только сначала. Потому что он любил меня не как человек, а как зверь. Неистово, дико, отчаянно. Тяжело ответить взаимностью на такое чувство. Даже кому-то с менее кривой душой, чем у меня. И вот в один прекрасный день ты просто исчезла. Да, он бы не понял этих наших прибауток. Давай останемся друзьями, я тебя недостойна и так далее. Но когда я решила вернуться на старое пепелище, то вспомнила о нем и подумала, что он может еще мне пригодиться. Ты играешь с огнем. Разумеется. Так что или я обожгусь, или спалюсь дотла. Другого выбора нет. А теперь ты не боишься встречи с Детлофом? Я с ним справлюсь. Да? Откуда такая уверенность? Ты на него смотришь как ведьмак и видишь чудовище. А я знаю, какой он на самом деле. Будь спокоен. Ладно, пойдем. Еще немного, и мы попрощаемся с этими чертовыми сказками. Теперь надо их посадить на той тропинке за башней и приготовиться к встрече с великаном. Нет, мы идем к радуге. Серенький козлик. Хладнокровно использовала. Угу. О, там горшочек. Сейчас денег наберем себе. А, все, это горшочка, это прикольно. Ну да. Радуга-то. Угу. А он просто так не отдаст. Какая пантера нафиг? Верните деньги. Шевелись, плаква. Почему нельзя было деньги дать? Просто так. Котелок. Да. С деньгами. Ой, может, ну их нафиг? Просто поехать и все. Да ладно. Мне за них опыт капает. Правда, не особо много похоже. Отлично, это здесь. Доставай бобы. А, так мы на месте? Ага.
А, ну это эти ребята. Стой! Что? Стебель растет быстро, очень быстро. Ты будь поаккуратнее. Надо отойти сразу. Отбежала такая подальше, спряталась. Отлично, бросай! И чё? Что-то забыли сделать? Или сейчас начнет расти? Иди проверь такая. Сейчас такие. Ну что, полезли? Ох. Прикинь. Сколько вы забираться будете? Ничего себе. Любоваться потом будешь. Сперва справимся. С ним. Да. Не поняла. А, даже так? Ну, в облаках. Ага, прямо. Ага. Он туда ныряет, потом выскакивает. Забавно. Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига ж себе ты его там запилил. Я не знаю, как так получилось. О, крепкий сукин сын. Для сказочной-то твари. Этот мир сошел с ума, но я не думала, что он настолько безумен. Не могу отделаться от мысли, что ты все это устроила специально. Зачем бы мне это? Чтобы избавиться от моей компании. Мы совсем рядом с выходом, и ты решила, что я тебе больше не нужен. Ты ошибаешься. Ты мне еще очень пригодишься. Хочешь мной воспользоваться, как Детлов? Нет-нет, все гораздо проще. Ну что ты на меня так смотришь? Мне нужен мужчина, Геральт. Я не боюсь сказать об этом. Понятия не имею, что будет, когда мы отсюда выйдем. Так что считай это моим последним желанием. Деловая? Что, прямо здесь? Прямо сейчас? Что, у тебя прям там зудится, что ли? Деловая такая. По-моему, она себя переоценивает очень. Ну да. Может быть, в другой раз. Не обижайся. Никаких обид. Ты сказал, что думаешь. Все в порядке. Пойдем. Я отведу тебя к выходу. Не знаю, как поступил бы Геральт сам. Сложно сказать.
Но она достаточно самоуверенно, конечно, себя ведет. Ну, я не знаю. Берегись, нельзя им доверять. Хотел сказать, что нужно не забывать о том, что все-таки Детлов влюблен в нее. Да, он улетел. А, он... Упал. Сейчас засада какая-нибудь, да? Да легко. Это же Dark Souls. Дешевт. Это, наверное, из Dark Souls, да? Ну почему на знаке опять серебряный? Крутой так-то. Но мой-то меч апается каждый раз. Забавно. Просто интересно, зачем тебе было это сердце туса и княжеское вино? Просто это принадлежало мне. И то, и друг. Знаешь, если бы не эти твои заскоки, мы бы никогда не встретились. Знаю, но я не жалею. Один раз же. Они так говорят, как будто у них что-то было. Это здесь. Надо просто прыгнуть в колодец. Ты первый. Видимо, подразумевалось, что было, я не знаю. Ты первый, а чего не ты?